Артём, дядя Артём, вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста. А? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Он демонятом своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, правда. Они ночью появляются и светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Thank you.
хорошо. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама, Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее!